Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у меня есть небольшая информация от нашей яхтенной школы Капитан Герман. Вы, наверное, знаете, что сейчас в Греции приняли новый закон, по которому вам, скорее всего, откажут в чартере лодки, если у вас есть лицензия базового уровня, то есть в ней есть такая подпись, как «Day Skipper». Это очень важный анонс, потому что новое законодательство было принято совершенно недавно, ему несколько дней, и люди, взявшие лодку в чартер, приезжают и получают отказ при оформлении лодки. Сейчас мой партнер, человек, который занимается нашим средиземноморским направлением в яхтинге, подошел в капитанарию в Греции и уточнил, собственно, с чем связано новое законодательство и какие ограничения они на себя накладывают. В первую очередь возьмите свои права и посмотрите, указано ли там Day Skipper. Если там указано Daylight Only, вы можете взять лодку, но только при условии, если вы ее будете возвращать в тот же день до темноты. В этом случае лодку вам в чартер выдадут. Если у вас есть какие-либо ночные переходы, то в чартере вам будет отказано. Если законодательство изменится, мы будем вас держать в курсе. Но на данный момент очень важно, если вы собираетесь ехать и вы уже забронировали лодку, отпишитесь в чартерную компанию, пришлите им свое удостоверение и подтвердите, выдадут ли вам лодку в чартер или нет, во избежание проблем, связанных с новым законодательством и уже существующими вашими лицензиями. Ну и, соответственно, если вам нужно проапдейтить ваши лицензии, добро пожаловать к нам. А я и в дальнейшем буду информировать вас о разных важных и нужных событиях, держать руку на пульсе происходящего. До встречи!